Многопрофильный вуз со столетней историей. По сей день РГУ готовит педагогические кадры для региона и всей страны. Студенческие годы неповторимы. Ваша жизнь в университете, уверен, была насыщенной, яркой и запоминающейся. Спасибо вам за преданность к родному вузу, за готовность отстаивать его честь и прославлять на региональном, всероссийском и международном уровне. Вы навсегда останетесь в летописи нашей «Альма-Матер», и мы бережно будем хранить память о ваших достижениях. С гордостью носите звание выпускника Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина. Среди выпускников не только учителя, но и ныне успешные – политики, чиновники, ученые. В стенах вуза выбравшие его студенты получают фундаментальные знания, которые позволяют им уверенно идти в жизни и профессии. РГУ, как уже было сказано, ведущий в гуманитарном направлении. И я правда считаю, что у нас лучший институт иностранных языков, поэтому я целенаправленно пошел именно сюда, и я об этом ни в коем случае не пожалел. Скажите о своих планах дальше. Дальше я планирую поступать в аспирантуру и дальше продолжать свою научную деятельность. РГУ – это база, хорошая база для студентов. Это замечательные преподаватели, которые дали нам очень многое, знания и, самое главное, опыт для дальнейшей учебы. Учитель. Екатерина Валерьевна. Уже знаете, да, уже работаю. Я выбрала РГУ, потому что посчитала нужным, что радовать людей посредством физических нагрузок, физической культуры и различными упражнениями, это, мне кажется, может лучше в жизни, что может случиться. Таким торжественным выпускной для студентов Рязанского государственного университета стал впервые знаковое место – памятник Сергею Есенину возле Рязанского Кремля. Поздравления от барабанщиц из Академии ФСИН России, от десантников и благословения от митрополита Марка. Яркий финиш обучения и впереди дорога длиною в жизнь.